Знатоки, теперь внимание, вопрос. Что, как вы думаете, где мы находимся? Думаете, в музее современного искусства? А вот и не угадали. Вы все поняли. А ты случайно не... Что это играет? Точно. Я бы знал. Ну, по крайней мере, я усомнился, что это Offspring, но понял, что это кто-то из Калифорнии. Бланш и пожалуйста, два Крига и одни Гвенки. Еще раз, два. Два Крига. Таких. Которые вот верхние, большие. Это одна Да. Не часто это вот, но вот это такого не было. Со мной что-то похожее, даже более худшее могло бы быть, если бы не Леха Донец, который вот со своего дня рождения меня, так сказать, дотащил до моего дома и сдал моей жене. Но там, ну вот, но там, правда, я считаю, что это была метафора. Безусловно. Проклятие греки. Нет, они не проклятые, они не благословенные. Это вот, понимаешь, ну, просто вот они православные, а вот все православное для сильных духом людей, понимаешь? Это слабину произвело. Ну да, я вот по своей гордыне вознесся, да, и ангелы меня не подхватили. Ну, нет, ангелы подхватили в виде Лехи Донца, да. Вот, но вот, вот, да, я возгордился и решил переоценил крепость своего духа. Это вот всякие там... Католики, протестанты, они там слабые духом, у них там все, еда там, которая такая вкусная, сама тает на языке, и бухло у них такое, которое там пьешь, так сказать, тебе хорошо и никаких последствий. А наша православная еда, ну, там хорошо, если сама тебя не съест, понимаешь? Наше бухло вот именно такое, что тебя, если ангелы не понесут, да, то, в общем, упадешь и разобьешься. Ну, логично же. Правда? А, вот самое главное, надо заснять, что сейчас лето. Да, потом, когда мы сидели тут с Максом, была зима, и шел снег. Сейчас вот, ну, конец этого самого лета. Да, и наконец, надо же, должен же я заснять свою рожу. Что вот, да, что вот все, чтобы все убедились, что я тут вот, с вами. А я снимаю видео. Я уже тебя заснял, да? Да, чтобы все убедились, что вот кроме. Что вот все мы тут втроем. Тут что-то как-то вот. Нормально. Серый, если к тебе это не полезет, я с удовольствием за тебя доделаю твою работу. Все-таки это очень атмосферно. Слушай, давай садись. Да. Серый. Я сюда не за кином пришел. Сними, пожалуйста, меня. Это видео. Немножко нажимай, просто я хочу остаться... На видео. А у меня уже есть, если ты думаешь одной
Одной ледышки мало. Не снимай. Давай. Ну давай я возьму еще одну. Спасибо, Сергей. Я тебе искренне благодарен. Хорошо.